Студенческому клубу «Логос» еще нет даже года. Впервые ребята собрались вместе в сентябре 2015-го. Цель тогда была поставлена скромная – объединить студентов социогуманитарных подразделений, которые умеют и любят думать. Но за 7 месяцев изменилось многое. Сегодня у клуба есть свой научный журнал, социальные проекты и богатый календарь мероприятий. Но главное, в «Логос» потянулись ребята со всего университета. И сегодня в рядах интеллектуалов заметно больше единомышленников. Отличный шанс познакомиться друг с другом ребята получили в рамках интеллектуальных дебатов, которые проходят в клубе в эти дни. Сегодняшние дебаты – это, в общем-то, дружеское знакомство, потому что в дебатах участвует команда различных направлений. Это и международники, и экономисты, философы, социологи, политологи, журналисты. И, в общем-то, среди зрителей тоже есть представители различных направлений. Это формат дискуссий. Мы хотим пообсуждать различные темы, очень важные, актуальные. Посмотреть, как представители различных направлений обучения относятся к той или иной теме. Найти что-то общее, найти что-то различные.